Всем привет, с вами мистер Чейзер, смотрите мой Just Play канал. Я продолжаю проходить игрушку под названием Lego Movies. И заручиваемся, скажем так, помощью Бэтмена. Что делать дальше надо? Притянуть эту Бэт... летающую хрень. Заоблачная даль, это что за хрень? Куда это мы летим? Откуда Бэтмен появился? Что здесь происходит? А-а-а! Не будет никаких объяснений! It's under that rainbow in the distance. More rainbows. Time to meet my grapple gun, kite. Что за... Что с Бэтменом не так? Он был немножко... другой... Как бы это так правильно сказать? Thanks, babe. Так, здесь нужны женские персонажи. Так. Hey, nice work making that cloud float down by standing on it. Thanks, babe. All right, I get it. He's your boyfriend. Я понял, он твой парень. Отлично. Облака какие-то. Well, these ones are gonna end up burst by my batarang. Oh, can I at least have that green one? No. No. Лопаем шарики! Ха-ха! Никаких шариков. Так. Где у нас зеленая хрень? Куда надо стать? Что-то места не вижу зеленого. Здесь все такое белое, что пипец. А, вот все. Раз, два, три. Как всегда, сопли подо три. И что мы построим? Корабль? Мачта? What? Shouldn't that sail be pointing, you know, the other way? Leave it to me. Нормально, полетели. Здесь как-то... сказочно все. Не знал, что у Бэтмена есть девушка, в принципе, если дальше развивать эту тему, прикольно. Так, а это что за хрень? Что это за фигня? Кисонька может разбивать радужные объекты из Лего. Кто кисонька? Что за... What? What? Что здесь вообще происходит? Or one of us could build some stairs. You know, like sane people. I guess that could work too. Да ломает уже все. Что так все медленно ломается. Там, кстати, дракон летает. Ага. Отлично, снеговик. Нахрена он нам нужен? Стоп, может ты? Не, что-то не хочет. Ну ладно. Просто залазь наверх и скидывает эту штукенцию. Тан-тан-тан-тан-тан. Так, нет, не ты. Бэтмен может цепляться за точки зацепа. Хорошо. Я Бэтмен. Я могу цепляться за точки зацепа, вы не можете. Потому что я Бэтмен. Просто, не знаю, такая супер-мега шутка про Бэтменов постоянно. Так, второй снеговик. Нахрена мы их собираем, я не понимаю. Облачный снеговик, блин, какой-то. Так, хорошо. Так, Витривиус. Тайный стук? Что за тайный стук? Типа, кто там? Такой стук. Так, снеговик. Последний, кстати. За него, наверное, вот эту золотую кассету дадут или что-то типа того. Ну да. Золотой билет. Я не знаю, как это правильно называется. I'll use the secret knock to get us in. А надо в определенный момент нажимать на кнопку. Что? Еще раз. Я вообще не пойму, надо нажимать или зажимать?
Раз. Два. Ну и три, наверное, да? Да, все так просто. Ого, сколько деталек. Ого, а что это там такое? Там музыка? Я... Что? Get to the dog as soon as possible, so we can address the master builders. But there's no bridge. Wait, can we fly inside Cloud Cuckoo Land? No, Emmett. Aww. I can make you a bridge, if I had some colorful rainbow bricks. Что это за бред? Кисонька, которая... Что за херня тут происходит вообще? Вообще, видите то же самое, что и я? Кисонька, которая когда вот так бьет, делает цветочки. Что? Кисонька с херней единорога. Радужный мост. Пипец! Бэтмен, кисонька, что это? Гэндальф, ну типа Гэндальф. Что здесь происходит вообще, вы мне скажите? Что это? Я в ту игру играю. Это нормально? А музыка какая играет? Бэтмен. Разработчики, наверное, те, кто делает эту игру, познакомились с теми, кто создал Saints Row. То есть с Volitionом сами. Шекспир. Эй, чувак, здоров, как дела? Рыцари какие-то тут. Ага, Эммет. Кстати, когда у тебя этот блок со спины уберут? Когда ты станешь тоже мастером нормальным? Что это? У них любовь? Что? Капец, у нас персонажи уже насобиралось. Так, а где дикарка? Где дикарка? А, ну да, вот она. Иди сюда. Да давай залазь. Что делать? А, понятно. Или непонятно. Ничего не понятно. Ну ладно. А, вот теперь можно залазить, да. А просто сначала повернуть. Эта музыка, это просто, не знаю, предел сумасшествия. Так, кисонька нужна. А, ну да. Сейчас. И кисонька, кисонька, кисонька. Просто мега жесть, а не игра. Вот этот уровень показал, что эта игра мега жесть. Еще радуга за ней такая. Пипец, что тут происходит? Я не могу понять. Просто какое-то безумие. Посмотрите, как она скачет. Просто как она скачет. Просто жесть. Капец. Эй, что тут делать надо? Тайный стук? Нет? Или что тут надо делать? Я не совсем пойму. А, Бэтмен. Иди сюда, парень. Давай, притягивай эту штуку сюда, либо наоборот. Нас притягивай. Неважно. Так. Дикарка. Почему-то хочется сказать бунтарка. Не знаю почему. Уже больше вес? У тебя большой вес, кисонька. Толстая киса. Большой радужный тост. Охренеть. Давайте собирай его. Жестокая вещь, конечно, эта игра. Зачем я пошел на поводу у подписчиков и начал ее проходить? Зачем? Просто жесть какая-то.
музыка начала заново играть. Так, Бэтмен. Если контрольная точка, то тут и сохранение должно быть. I wish I could get rid of all the rainbows. Да дайте сохраниться, вашу ж мать! Так, все хорошо. Собираем. Хорошо. И что дальше? Капец она, блин. А, я не могу с этой кисоньки, это просто жесть. И все это измерение, это просто большое как... Большая жесть. Дайте мне кого-то понормальнее. Тем более он тут нужен. Бэтмен. Кофеёк. Цветы от кофе выросли? Что? Где логика? Так, господи, дайте Витривиуса. Слишком много персонажей. Вот поэтому ее лучше всего играть в кооперативе. Посох, назад. Так, теперь дикарка. Хорошо. А, понятно. Более-менее понятно. Рукоять к механизму? Какую рукоять? Не пойму. Рукоять какая? Где? Тучка? Злая тучка. И где я вам ее найду? Тут? Давай, падай. Ну, кажись, она. Или нет, я чуть не пойму. Может, это? Да, вот она. Наконец-то нашел. Хорошо. Давай. Клоун. Капец. Что за бред тут происходит? Не понимаю, что тут происходит. Надо, наверное, взять Бэтмена. Да, он тут может притянуться. Ненавижу клоунов. Большой цыпленок! Капец, вы гляньте! Жесть! Ай, я сожрал дикарку! Скотина! Яйцо! Кисонька, ты где? А ты можешь притянуться или нет? А, наверное, надо прикатить, да. Давай, ломай. Так, теперь надо что-то с этой херней сделать. Наверное, лестницу тут какую-то или что-то типа того. А, батут. Нахрена нам лестницы? Батут. Точнее, катапульта. Или что это такое вообще? У-ху! Так, и кто нам здесь нужен дальше? А, вот этот парень, да, я помню. Здесь же надо постучать по-тихому, или как-то так. Тук-тук. Surprise, motherfucker. Что это? Давайте еще более упоротый мир зайдем. Я не против, мне же все равно. Кисонька, иди с нами, ты вообще ржачная зверь. Ржачный зверь. Опять эта музыка. Так, две инструкции. Опять контрольная точка. Понятно. Так, сначала сохраниться.
Я вижу, подожди, дай сохраниться. Хорошо, так, нужен Бэтмен. Иди сюда. Так, первая готова. Затем, иди сюда. Тут твоя чудо-дрель нужна. Так, готово? Теперь можно остановиться сюда. Да, можно. Раз, два, три. Вообще жесть какая-то. На экране происходит, честное слово. Дайте монетки забрать, сволочи! Сюда куча монеток. Так, нам пока это не надо. Так, и что надо сделать? Проехаться везде? Так. Выруливаем вроде как. Прям какой-то реально рон-дон-дон происходит. Мышиная машина. Что мы сделали? Слон. Ну и что? Wow. I never knew cartoons were educational. Мультика, все правда. Так, нет, тут нужен другой немножко персонаж. Вот этот. Иди сюда. Дикарка. Господи, кто так ее назвал вообще? Так, еще одна инструкция. И где-то третья должна быть. Ага. Вот сейчас она что-то напоминает женщину-кошку. Может, это она и есть? Только я об этом не знаю. Полетели. У-ху! Вот и вся инструкция. Кисонька, ты будешь строить? Ты хочешь построить? Нет, я здесь строитель, уйди. Так, ракета. Давайте построим ракету. Почему бы и нет? Хорошо, следующее. Вот это. Вот это. Так, теперь три детальки. Так, вот это хренотень первая. Затем вот это хренотень. Маленькая-маленькая. Вот это хренотень. Она пока повернется, эта ракета. Тут уже все детальки с нас поснимают. Эммет клоун? Что? Ладно, не буду смотреть. А, почти чуть-чуть до избранного. Ну и хрен с ним. Я не гонюсь за собираемыми вещами. Заоблачная даль, тем не менее. И опять эта музыка. Ну ладно. Продолжать сюжет мы будем уже в следующий раз. А пока что на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр и пока. Кисонька, пожелай всем удачи. Где ты тут? Удачи всем, блюдки! Мяу.